На территории храма в честь святого преподобномученика Афанасия Брестского в Минском районе Уручья прошел праздник Семьи Любви и Верности. Событие организуется 5-й год подряд и уже успело стать долгожданным. Ничего не может быть главнее семьи. На самом деле семья – это ячейка общества, семья – это малая церковь. Подобный праздник – настоящее сокровище для всего района, ведь он дарит возможность каждому интересно провести воскресный день вместе со своей семьей. Нравится нам атмосфера, песни, музыка, и все это возле прекрасного храма. Организаторы подготовили насыщенную программу для детей. Рисунки на асфальте, конкурсы, прически, творческая мастерская, активная фотозона, катание на пони и шоу мыльных пузырей. Дети ко мне подходят постоянно, всем нравится. Все хотят заплестись. Мамочки говорят, что теперь будут в садик заплетать своих детей так же красиво. Центральным событием праздника стал концерт, участие в котором приняли талантливые прихожане храма Афанасия Брестского. Сядешь чира солнца, ласталки поют. Молодец! А наша жизнь стоит на паперти и просит о любви с протянутой рукой. Если в каждой семье будет свято чтиться верность, то я думаю, наша страна будет духовно крепко настолько, что никакие невзгоды, никакие экономические нестабильности, никакой враг не сможет нам повредить. Сложно поверить, что это масштабное событие, которое сегодня собирает на прицерковной территории родителей с детьми со всего района, как верующих, так еще и невоцерковленных, началось 5 лет назад со скромного мероприятия приходской молодежи храма Афанасия Брестского. Теперь в организации праздника молодежи прихода помогают не только православные братства других храмов Минска, но и светские организации. Средняя школа 94-я. Наши дети выступают, играют и являются помощниками в организации этого праздника. Огромное спасибо настоятелю и молодежному движению за такой чудесный праздник. Хочется, чтобы семья была ценностью, чтобы эти ценности не пропадали. Семейный отдых у церкви сплотил не только родителей с детьми и прихожан храма, но и жителей всего района. Этот праздник объединяет не только православных, но и всех окружающих людей, которые смотрят, как мы отдыхаем, что у нас всегда есть любовь, радость, терпение друг к другу. И мы так любим радоваться. Информационно-православный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».